Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии отца, заболевшего COVID-19, и призвал жителей Дагестана соблюдать требования врачей и отметить праздник Ураза-Байрам дома. Об этом он заявил в виде обращения в Инстаграме. «У нас очень тяжелое положение в Дагестане, очень плачевное, больницы переполнены, много людей заболело, очень много людей умерло», – заявил Нурмагомедов. Он добавил, что среди его родственников более 20 человек попали в реанимацию из-за коронавируса. Некоторые умерли. Нурмагомедов также подтвердил, что коронавирус выявлен у его отца. Отец в данный момент находится в больнице. У него состояние очень тяжелое. Этот вирус дал ему осложнение на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце. Ему сейчас заново сделали операцию. У него тяжелое положение, очень тяжелое.